далеком, несносном 2015 году некий голубь по имени сэр Пиписька Джо решил пожрать, не дождавшись своего главного офицера. Они нахуй разбежались, сука, пидарасы ебаные, съебались нахуй, это моя территория, понял? Все, давай, пошёл. Но отважному Джо было на глубоко голубиным пометом насрать большой колокольни. И он продолжал патрулировать этот район, несмотря на молодого офицера. Нахуй говно ебаное, съебуть и охуеть у меня, сука, пошлите нахуй. Но им оказалось все по боку, они у нас опытные, прожженные особи, им насрать. Да идите вы нахуй, пидарасы ебаные, сука, расстреляй, а, гандоны. Заметьте, они очень любят издеваться, и поэтому глубоко похуй сэру Джону. Так, съебался сюда. Так, офицер, смотри, съебываемся, давай, съебываемся. Нахуй пошли, пидорасы ебаные, сейчас вас порву рот ваш. Офицер, ты главное не волнуйся, все будет заебись. Сейчас мы его догазолеем, эта мелкая пизда уйдет, этот мужик долбанутый с камерой, который... Сейчас он нас смотрит, тоже съебется, да и заебись. Так, офицер, опять ты меня проебал, а? Так, кто это, офицер, не понял. Так, где они? Но на страже был за добрый человек. Блять, но этому было все похуй. Отважный Джо продолжал жрать неизвестно что, тыкать тупо в землю и дозалять. Правоохранительные органы. Ведь ему было пофиг. Он жрал, он хотел пожрать. А кипиш нахуй, хочу пожрать, заебал. Вот. А офицеру было все похуй. Так, мне похуй. Ёбываемся. Мне похуй. Давай. Короче, у нас сейчас начинает нападать опять, а? Да мне похуй, реально похуй. Но правоохранительные органы рядом. Не стоит об этом забывать. Да мне похуй в натуре. Я тут сидел и обывал, и мне настрать. Я сейчас пойду к нему пизды ему вкатаю за то, что он тут сидит, ибо совсем охуел. Но они хитры, менты хитры, наблюдают с зорким взглядом, огненным выстрелом и сейчас. Да мне похуй конкретно, офицер, пойдем его сейчас наваляем, напихаем, натолкаем шишек в жопу его и заебись все. Давай все, этот с камеры мужик меня заебывает уже. Так и закончилась история о двух отважных голубях.